можно посмотреть какие-то химические параметры в воде. Ну вот в частности, сейчас вот мы сделали на pH. И как pH? Это pH водопроводной воды. Но. Вот она, видите, примерно соответствует 7,5. То есть это нейтральная вода, все в норме. Могу уже похвастаться, что совсем недавно ветеранское подворье Ивангородское было представлено нам на областном конкурсе. И, ну, на мой взгляд, я походил, посмотрел другие районы. Наверное, наше Ивангородское самая креативная была площадка, самая зажигательная, самая интересная, интерактивная, потому что все гости, жители все подходили, а как это вы так вырастили, а как это вы так придумали? На самом деле... Я очень горжусь тем, что вы у нас есть. С удовольствием готов наградить сегодня вас за трудолюбие и за тягу к садоводчеству и к искусству. Вот такую чудо-дерево! Вот такая замечательная туй! Не уходите! Самое нужное, да? Ну, все у нас есть. Все у нас есть. И утки, и курицы. Что с туей будете делать? Посадим. Куда? На горку. У нас есть уже туя одна. Вот это все наше. Мы, в общем-то, семьей все это делали. Все что-то, кто глазки рисовал, кто выращивал, да? У нас очень большие. Мы выносим на улицу и предлагаем людям просто нас участвовать в городе, да. Поэтому мы и груши отдаем, и яблоки отдаем. Шишечки. Ну, стараемся делиться. Благодарственное письмо от председателя законодательного собрания Ленинградской области Сергея Михайловича Бибенина Забелину Владимиру Борисовичу за победу в финале областного смотра конкурса «Ветеранское подворье» в номинации «Лучший овощевод Ленинградской области». Были, когда на Ленинградском областном смотри конкурс «Ветеранское подворье»,
Вот Александр Владимирович уже подарил подарок им, а мы еще хотим сказать, что им 11 сентября было 40 лет семейной жизни. Семья мастеровая по всему, видать. Я хочу всех поблагодарить, всех участников этого конкурса и пожелать вам успехов. Развивайтесь, не останавливайтесь на достигнутом. Подарков на всех хватит точно, поэтому в следующем году сезона готовьтесь обязательно.